Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира». Дионис с сатиром Эстером Фаустиной в Милете. Фрагмент. Вторая половина II века. Мрам. Знаменитый император-философ Марк Аврелий подарил городу Милету в Малой Азии великолепный комплекс терм. Просторные залы бань были богато украшены и обставлены прекрасными статуями. Данная группа представляет собой пример имперской римской пластики. По сравнению с греческой, она более рафинирована. Фигуры не столь атлетичны, сколь прекрасны, идеальны, немного холодной красотой и даже изнежены. Наблюдательные зрители заметят в классической скульптуре Европы 18-19 веков подражание именно римскому искусству пластики. В данном произведении эта чувственность позы Диониса объясняется тем, что прекрасный бог был покровителем виноделия. Его традиционными спутниками являлись сатиры, мифические лесные существа, которые стали символами распутства и безудержного веселья. Вот такое описание я нашел в книге «Великие музеи мира. Дионис с сатиром Эстером Фаустиной в Милете». Пока-пока. До свидания.